Дальше на Корбита. Бякин оставляет и не точно. И контратака Металлурга. Была за гостями. И Наумов. Можно бросать. Бросок. Шайба перед воротами. Отдавал сейчас Наумов там передачу на Дубакина. Ну, плотно там опекали Дубакина защитники Ростова. Салахов. Вновь Салахов. Передача на партнера. Такое ощущение, что как в оцепенении сейчас остановились игроки Ростова. Умело пользуются дальней лавкой сейчас магнитогорцы. Меняя здесь по ходу. И уже это звено Ростова давно находится на площадке. Полностью уже сумели поменяться игроки Новокузнецка. Платонов. Бросок и отдавал передачу, попал в коньки Соколову. Но сумел тут же исправить свою ошибку Ополев. Передача на партнера. Крюков. Можно бросать. Бросок. Тимофей Крюков. Увеличивает разрыв в счете. Счет становится 3-0. А вот здесь уже ошибка. Ошибка защитников Ростов. Ворота ростовского клуба. Что ж, немало заряжает ростовчане атаку. Юзбашьян, Носков, передача. Свои касания. Отправляет. Остаются ворота Ростова пустыми. Ильин, и вот сейчас